Ребята, всем привет! Мы с Еленой решили протестировать для вас фен. Вы очень много задаете вопросов по фену. И в фене получается у нас 3 насадочки. Значит, вот такой вот наш новый фен от компании Faberlic. Мощность у него идет 2000 ватт. Артикул 910-190. 50-60 Гц. Это почему так? Ну ладно, вот, и смотрим, да, у него тут есть охлаждающий воздух, есть 3 температурных режимчика, как обычно, и 0 средний воздух и совсем прям такой мощный, да, воздух. И вы спрашивали про насадочки, я вам обещала снять видео, но все мне никак было некогда. Итак, у нас первая насадка, да, вот такая вот. Лен, расскажи нам. Так, значит, эта насадка используется для экспресс-высушивания. Эта насадка используется для экспресс-высушивания, но не... То бишь, когда нам надо быстро поднять корень, вот, и зафиксировать, но не выглаживать полотно волос. Прежде всего, это, конечно, как бы специфическая, я бы сказала, насадка. Ее надо пробовать. Больше бы я сказала, что это насадка для средней густоты, вот, не для густых волос, потому что быстро высушить этой насадкой не получится, придется долго сушить. Лучше использовать тогда классическую. Данный плюс... Вот классическая. Да, классическая насадка. Плюс этого фена очень большой, на мой взгляд, как профессионального парикмахера, это, конечно, насадка диффузор. Так как сейчас лето, и мы ездим на море, ну просто, допустим, надо нам быстро, мы помыли голову и быстро уложиться. Соответственно, значит, голову мы помыли, будем использовать специальный крем для четкости контура завитка с артикулом 83-84. Вот, мы его будем сейчас наносить на все полотно и сушить, задавать, сейчас это модное слово называется карвинг, делать кудряшки, да, легкие волны. Да, вот, если, конечно, у вас от природы либо сделана химическая завивка, это тоже, конечно, очень супер насадка. Вот, так что. Ну что, ура! Ребята, я снимаю для вас это видео, наконец-то. Наносим легкими движениями крем. Сколько ты нанесла? Ну, где-то получается, ну, чуть-чуть. Получается, чуть больше, чем монета. Вот, наносим по всем. А монета какая? Копеечка или пятирублевочка? Да, пятирублевая монета. Наносим. Обязательно мы промокнули лишнюю влагу с волос. Ну, можно прочесать, можно не прочесывать, это уже как... по желанию. И включаем, сушим, значит, теплым воздухом номер 2 и средним потоком заводим. Можно вниз головой, не горячо, то есть ты снизу подцепляешь прядь и приподнимаешь ее, получается. У меня волосы, они сами по себе немножко вьются, совсем чуть-чуть. Так как у Ани волосы густые, довольно-таки, соответственно, я сушу ярусами. Это как ярусами? Ну, вот так вот подцепляю. На чуть-чуть? Да, не всю голову. Я впервые слышу, что у меня волосы густые. Мне кажется, они у меня такие тоненькие. Значит, еще тоньше моих, да, бывает. Интересно так. Правда ведь получается, смотрите, какие штучки-дрючки. Конечно, когда мы сами сушимся, да? Вот так, да? Да. Лучше запрокидывать, чтобы был максимальный объем.
Не надо ни поворачивать, ничего, нет, да? Нет, просто заводим. Угу. Видишь? Ой, еще как. Вот такие вот варианты пляжных укладок. Тут, конечно, еще сыро, да? Сыровато. Такой у нас взрыв на макаронной фабрике. Очень хорошо. Ну вот такой вот летний вариант укладок. Если мы, конечно, больше хотим текстурированности, так таковой, да, мы будем использовать тогда в виде пенки. Да, пенку, мусс. Да, пенку, мусс. Сейчас мы использовали легкий крем. Вот, как бы он нам дал вот именно эту текстуру. Само по себе. Угу. Тебе прикольно, конечно. Такая вот эта хорошенькая. Не, идет пышно, лохматая. Да, 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 да. Лицо худее. Да, да, да. Вот, значит, вот для чего именно нужна нам эта насадка. Для формирования именно либо легкой какой-то текстуры, пышности. Угу. Вот. Либо для, если у нас... Так что, как бы, хорошая вещь. Хорошая вещь для домашнего использования. А сам фен? Сам для домашнего использования абсолютно достаточной мощности. Мне нравится прогрев. И он легкий. И он легкий. И почему-то не обжигает. Вот это, между прочим, немаловажно. Потому что вот у меня профессиональный, естественно, фен, который... И насадка к нему идет профессиональная, да, Babyliss. Вот. Тут, конечно, как сказать, надо регулировать эту температуру. Вот. Это профессиональный, блин. Да. А у тебя тут сколько? Тоже 2000 ватт? Нет, тут много, 2400. Ого! Ну, профессиональные, конечно, угу, они намного мощнее. Угу. Вот. Тем самым, как бы, для домашнего использования, даже я когда сама себе волосы сушу, естественно, я не включаю его на полную мощность, как бы незачем. Вот. Включать на полную мощность, потому что волосы все разлетаются. Он как плойка становится. Это, если полная мощность, они перегреваются. Mm. Да. А, ты имела в виду ветер? Да, 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 да. Вот. Так что вот таким вот образом. Mm-hmm. Ну все, Леночка, спасибо тебе большое, да. Рассказала. Да-да-да. Вот, а то меня люди спрашивают. Ну, а вот скажи, пожалуйста, хотя бы примерно вот с этой насадочкой. Вот, вот покажи хотя бы чуть-чуть нам. Да. Бог с ним уже, испортим укладку, но зато ты хотя бы покажешь. Да, также мы его абсолютно делаем, включаем, вот, и заводим под... Приподнимай, пушим, он так, да. Вот. Насчет то, что идет распыление воздуха, поднимается корень. Вот таким вот образом. Ага, вот. За счет этого получается как бы мегаобъем. А если мы еще с этой насадкой высушим вниз головой, а если еще пенку нанесем, то мы будем просто... Очень-очень с большим объемом. Нам все время объема не хватает, так что вот это именно насадка для этого. А, и, ребят, кстати, вот Лена мне сегодня наконец-то поведала, зачем нужен отдельный холодный воздух. Я думала, кто-то теплым любит сушить, кто-то горячим, кто-то холодным. А оказывается, это для создания причесок. Сначала вы нагреваете... А потом, чтобы зафиксировать, да, да, делаете холодный воздух. И у вас получается фиксируется то, что вы нагрели, да, сделали. Да. Я удивилась, конечно, да. Вот видите, какая техника с этим феном. Вот, например,
Все, что нужно здесь, в этом фене есть. Да? Абсолютно. Да, даже подставочка. Можно белье сушить. Я уже этим пользовалась. Да ну чё? Да. А что, нам Андрей Бурматиков на цифровом форуме сказал, что фен долговечный, можно вот так поставить, и если что-то где-то срочно подсушить, тоже подойдет. Ну да, в принципе. Да, не только волосы, да, но и вещи. Воздух, как у вентилятора, подача воздуха. Угу. Я так удивилась, конечно, думаю, ну ладно. Ну все, всем пока-пока. Да. Леночке огромное спасибо.